Многие же, главным образом, кстати сказать, русские гомосексуалы считают, что я дико много заработал на этом, на всем, карьерным образом каким-то себе, да, это вот... Я даже какое-то время, довольно долго, кстати, на всю эту русскую гомосексуальную межпуху очень обижался. И я первое время очень обижался, я думал, а что ж вы меня так, суки, не защищаете? Что ж вы меня до сих пор так ненавидите? А они меня, кстати, ненавидят гораздо больше, чем раньше. Они считают, что человек, который идет их защищать, он кретин. Наверное, то, что я сделал, ну, не облегчило жизнь большинству гомосексуалов России. Но совершенно точно, когда наступит общее облегчение жизни, эта история вернется. Ну, то есть, условно говоря, они про это вспомнят, когда им дадут возможность открываться. Понимаешь, у них будет уже ориентир, как это делать. Когда они поймут, что это не страшно, а сейчас это страшно, они смогут это сделать. Зачем была создана вся эта антигейская атмосфера и ситуация в стране? Да не, ну слушайте, Ром, вопрос не в антигейской, да, ты вот... Вопрос в том, зачем увеличивается количество зла в России? С моей точки зрения, закончиться это может только одним. Это действительно настоящим большим моральным унижением этого общества. Вернее так, только благодаря такому большому моральному унижению, когда общество по-настоящему действительно будет опущено на колени какими-то внешними обстоятельствами, скажем так, Россия сможет по-настоящему переродиться. Вот только так.